Грамотно выбрать и выгодно купить свои новые межкомнатные двери – это только половина дела. Необходимо их еще правильно установить. И сегодня мы попробуем внимательно в деталях рассмотреть грамотный, правильный процесс установки межкомнатных дверей, обращая внимание на те мелочи, которые обычно в суете реальной стройки не замечаем. Разобраться в тонкостях монтажа нам поможет профессионал Антон. Не смотрите, что он так юно выглядит. Человек занимается монтажом дверей уже 6 лет и поставил около 3000 дверей. Мы посчитали, сегодня примерно 3001. С чего начинаем? Занесем инструмент. С инструмента. Если человек приходит к вам с одной стамеской, ножовкой собирается устанавливать дверь, может быть, он гений, и может быть, у него получится, но скорее едва ли. У профессионалов должен быть хороший большой инструмент. Во-первых, должна быть торцовка, которая пилит под разными углами, может делать все, что угодно. Должна быть циркулярная пила, желательно фрезер под выбор навесов под петли. Если человек без этого, то велика вероятность, что он дверь поставит не очень. Да, либо будет делать очень долго. Заменять будем вот эту дверь. Кстати, отличный пример того, как двери не должны устанавливаться. Ну, во-первых, она не стоит на месте, она все время едет. Это неправильно. Нет, это неправильно. Во-вторых, огромный зазор снизу. Этого быть не должно. В-третьих, вот здесь дверь прижата плотно, наверху ее угол отстоит на добрый сантиметр. Целый букет неправильностей. Демонтаж двери закончен, дальше начинаются работы с древесиной. Сейчас Антон соберет коробку будущей двери, установит внутрь нее дверное полотно, врежет навесы, петли, установит замок, и только после этого всю эту конструкцию целиком будет устанавливать в дверной проем. Почему надо поступать именно так, расскажу чуть позже. Итак, дверь полностью собрана, коробка, петли, даже замок. И вот в таком собранном виде она сейчас будет устанавливаться в дверной проем. Не все так делают. Некоторые люди устанавливают коробку, а на нее уже навешивают дверь и все остальное. Почему выбран этот вариант? Ну, потому что только так можно идеально поставить дверь. Потому что будет уровень мериться по двери, а не по коробке. То есть мы замеряем саму дверь, и она уж у нас будет стоять, так стоять. Да, будет по всему уровню. Плюс выставляются все зазорчики ровненько, и только после этого коробка уже пенится. То есть когда мы увидели, как оно выглядит, как оно работает, нам остается зафиксировать. Так точно. Монтаж собранной двери в дверном проеме, а также правила приемки изделия у мастера, об этом уже в следующем выпуске решит домостроитель. Сейчас же хочу напомнить главное. Мало купить красивую дверь, важно еще грамотно ее установить. Партнер проекта – салон дверей Третьяков. Установи дверь, не выходя из дома. Ленинградская, 28, торговый центр «Техноград». Второй этаж. Телефон 20 40 80.